Максимки нету, значит, Декой придет. Да-да-да. Декой же... Нет, там же Декой сидели они вдвоем, я так понимаю, что с братом на одном аккаунте. А сейчас Декой, я так понимаю, что второй аккаунт себе сделал. Все братья, все сидят на одном аккаунте. Да. Слушайте, вот это такое интересное наблюдение. А вы видели когда-нибудь вместе, чтобы был Декоет и Макс? Может, это один и тот же человек? Знаешь, как детектива. Сам с собой играю, да? Да, типа я не пойду, там Макс, потом типа Макса нет, я пришел, знаешь. Как говорится, шизофрения обычная, обыкновенная. У Макса как раз две приставки. Пятерка это, то четверка это. Как у тебя, Миша, Миша, связь с этим? Нету. Ее ноль. Пока придержи его, потом кикнешь. Хорошо. Для затравки, как говорится. Думаешь, а что у Максимки это звучат кнопки так сильно? Потому что он руками играет, а на втором же... желанием. Это сегодняшнее начало недели. Обычно вот самое больше людей и самое больше просмотров я смотрю на четверг. Ну самое да. Главное, что не на это. Так, вы смотрите, если с кем-то связь плохая, вы говорите. Я только вот как раз с Вадимом нет вообще. А Гао Дандо, да, так жопник. Слушай, Тарас, ты так с этим турком так и не поиграл ни разу, да? Не, ни разу. Играл недавно с чуваком, который играет... Ну как недавно, последний раз я играл, который играет Нинка, я на первом дане был. Mm-hmm. Небольшой, по-моему, буяка у него всего лишь этот. Но он играет тупо вот как ты. Тупо на подбивку комбо, подбивка комбо. То есть он так-то просто играть не может. Но я пару боев выиграл, а были бои такие, что он тупо на меня это... что он издевался надо мной и тупо подбивал меня тупо на комбо. Нет, вот... Миша, ты видел, как вот он вот это вот сказанул? То есть подбивка комбо, а так играть. Да, я хотел об этом, и как ты, да. Камень в огород. Типа ненормальная игра, знаешь, такая? Ну. Не, ну я могу вытянуть... Эти подбивки, конечно. Я могу без комбо вытянуть любого игрока это. Помним о тебе. Декоид, помним. Помним, любим. Скорбим. Давай это. Заходи. Или ты зашел, я уже не понимаю. Не вряд ли. Я ж тебе приглас посылал. Малек, сейчас сообщение пришло. Гром. Это ты, получается, Вадим, да, этот под этим? Дезанда. Хорошо, я понял. Все, да, точно я вспомнил. Ты ж мне писал в это в личку. Ну, хорошо. Так, где у нас еще один человек? Кому поставить вот этого француза? Я, наверное, себе его возьму. Слабенького. Короче, француза беру себе, как он там... У
меня с Вадимом туда в разные. А, в разные, хорошо. Сумка. Так, давайте я вас тоже раскину. Вот так вот. Я не угадал логику. Или там другой ник-то раз был. Почитай мое сообщение в телеге. Я понял, да, мне кажется, да. Так они зависят... Декоид, не зависит же от того, что какой ты себе ставишь этот регион и все остальное. Ранговые бои вообще, она вот себе подбирает не по региону противников, а вообще, в принципе, подбирает. У меня потому, что есть на другом регионе тоже аккаунт, и нормально там все и по рангам. И... Это специально включено. Ай, блядь, я его вспомнил. Так понимаю, что поздно, да? Да, блядь. Не, я чуть не вытащил, помню, у него турнир, а, бля... Вьетнамские флешбеки. Да. Я вспомнил его. This is the end, my only friend. Хати, иди в пень. Кати, иди в пень, говорю еще раз. Короче, блять, пизда мне. Иди в пень. Наташка, скажи ему. Прикольно. Бонечка, не мешай мне. Да так же невозможно играть. Все, меня, короче, перфект там, пацаны. До встречи. У меня просто тупо вынес еще этой француженкой. Лили? Угу. Посмотри, мне она интересна. Бля. Он понимаешь, он как будто у него костей нет, он как мешок такой стекает, а не кот. Угу, угу. Если ты, Женька, выиграешь, я тебе расскажу, что тебе трудновато будет блять драться с ним.
Бля. Блять, просрать так по-тупому. Ай. Только Миша один от коллектива отбился вообще. Я сори, сейчас я вернусь. Я сейчас приду. Блин, что я, конечно, поплыл с этой Лили. Если еще бой с ней будет, то я уже более-менее накидывать буду. Ну, видишь, француженки недавно такие. Самая жирная пища, одна из самых жирных, а самые стройные француженки. Вино. Одно и то же хуйню ты делаешь, дружок. Угу. И я хуйню делаю. Вы нашли друг друга. Но. Дружки по хуйне. Подлюка, гражданчик какой. А как так? Не стоит, не это надо было делать. Ладно. Короче, Миша, смотри, что он делает в самом начале. У меня в начале он ни разу как бы активно не нападал, но он начинает обходить это. Обходить в бок. Угу. Со степами, ты... да? Да. В бок вокруг тебя начинает сразу же идти. У тебя есть какой-нибудь удар какой-то такой, типа как с разворота что-нибудь такое шугануть его? Да, есть, я думаю, сейчас попробую, тем более после Лили. После Лили тебе ничего не страшно, да? Хоти, иди ты. Фу, блин, фу. Не, харе, все. Get ready for the next battle.
Глеб. Вот ты включил компьютер, а сидишь на кухне. Ну, ну есть, сидит. А что так делаешь? Ну и еще громче скажи, давай вот сюда микрофон скажи. Я слышал. Статистика 100% к нулю у меня, так что думаю, что справа. Ноль у тебя или ноль у него? Да, у меня ноль, у меня. Не, ничего. Ах ты ж красавец. Ай, блин, неожиданно было. Красиво, красиво. Борман тузик кремку. Причем тут консулинка, наверное, нас слышит. Делался не то, что ты говоришь. А в какую хрень я это делаю? Ай, по-дурацкому проиграл. Как-то так. Готовься к француженке. Это, конечно, послабее, но все же. А что, Женька, она тебя это французская женщина накидала? Да. Не смог я удержаться от французской булки. Ля багет. Ты хоть свой багет принес к французским булкам. Хайрик. Ты скажи, как он начинает. О, не атакует. Не атакует. Все три раза он никак не атаковал. То есть моя уже ситуация. Окей, иди сюда тогда. Раз ты не атакуешь. Я просто его атаки ни хера не выкупаю. Да, где должен был. Ну, в играх. Ну, ты вот включаешь, типа, Discord, говоришь, играешь. Да, то что... Хм.
Кто это там под Максимку косит? Ну вот сучка вытянул меня бой. Ой, блин, ой, синхронизация. Блин, а у нас еще это. У меня еще ты пока выигрываешь. А, вот, все. Понял. Везет. А у меня синхронизация. Что там, что там. Да ёб твою мать. Нечего. Сука. Ну пизда туби, блять. Поехали, две руки включаем. Я как-то Тарасу доказал, что все-таки у нее эти две руки читерские. Да. Ну, по сути, они вот, ну, очень, как бы, нинки. Они же, получается, в последних обновах они сделали чуть быстрее руки эти. Теперь получается, что они многие, по сути, многие даже перебивочные удары перебивают. Да, еще там этот... Турист, там еще получается два турнира будет. Ну, блядь, красиво он меня сделал. Красиво. Ничего не скажешь. Да, конечно. Еще два турнира будет. Миша, ты еще тоже. Ай, блядь, красиво он меня сделал. Я считаю, что два турнира еще будет. А, еще два турнира? Да. В один турист. Ну так ты добавься в друзья к Вайсгену, чтобы тебя сейчас на следующий турнир пригласить. Француженки по бокам мне прям напрягают. Я понимаю, что я вроде этот испанский сутенер, но все равно. Ну, пора тебе на французских женщин переходить. Да. Да, расширять, так сказать. Ирландских женщин. Да, а то ирландские женщины одни. Это кто? Дина и Анна? Да, они с Ирландии. А то он испугался, думает, про любовницу узнали. Я думаю, откуда? Я вроде не выставлял. Откуда вы знаете про Хельгу? А эту, как ее, помнишь? Shame on you, как она? Торбель. А, да, Грета. Откуда вы про Грету узнали? Да, откуда вы узнали про Грету, точно? Спасибо. Так, малой пока смотрит наш стрим. Так, пойду я кваску попью. О, Ксюха, стой! Стой, пожалуйста. О, не надо, все, не надо. Унижает француженок. Оксана, пожалуйста, не надо... Оксана. Оксана, не надо его разодоривать. Оксана, встань и одевайся. Ну, ты не надо его разодоривать. Сибирь России, Матанда, Сибирь.
Миша, это Миша, помогло. Миша отомстил за нас. Да, я отомстил, но сейчас я, наверное, вот это мне больше нравится. А не, смотри, связь невозможна, поэтому я даже чемпионом чувствую. Наверное, буду. Ага, прикольно. Это ж второй раз еще, да, нужно. Да. Ну вот так вот, собственно. Раз да мы про стрим не писали, или мы писали? Что писали, не писали? Про стрим. Про стрим писали, писали. Ну, стрим будет, не будет. Ой, давайте следующий турнир. Ой, блин. Блять, я так проиграл, блять, по-тупому. Девушка, тише называй, давай, чуть-чуть. Детвора, вы когда начнете откладывать на наушники? А, ну хорошо. Слушай, посмотрела недавно, что-то сидел ролики на этот... На Mortal 11, так прикольно, конечно, у них сделано. Единственное, сам файтинг построен гоняно. То есть там он плоский, но вот сами эти фишечки там с этими... Не, ну фишечки да, но просто говорю, единственное, что почему вот я из всех этих файтингов Tekken мне больше зашел. Потому что самая большая адекватная система вот этих вот управления. То есть ты знаешь, что допустим, каждая кнопка за каждую часть тела отвечает. Тут как бы захват, ты знаешь, что это сочетание двух кнопок, это еще что-то. А вот в том же Mortal одна кнопка защита, другая там захват, там еще что-то. Я вот сколько не пробовал, вот до сих пор не могу вот привыкнуть к нормальному управлению. Что Street Fighter, что Mortal, что Virtual Fighter. То есть сколько я перепробовал этих посмотреть... Файтингов, все-таки чувствую, вот, по моему мнению, самая адекватная система управления это Tekken. Ну да, да, да. Ну ты тоже, да, кстати, сколько перепробовал, вот, такая самая больше нравится. Нет, так подожди, по-моему, как-то Virtual Fighter он назывался, или как был такой еще, или нет? Ну есть, но он сейчас уж давали по подписке. Не-не-не, мы как-то с тобой играли после Tekken, нам что-то нихера не заходило, и мы с тобой какой-то... Dead or Alive. А, Dead or Alive. Так там же такое же управление, как у Tekken, они очень похожи. Ну, чуть-чуть раз... Не, все-таки это раз чуть друговатое. Потому что там было там тоже какие-то кнопки за какие-то там своеобразные удары отвечали. Я вот как-то... Этот, сейчас же был этот... демка есть, висит, 6-го вроде бы. Ну, кстати, знаешь, что смешно самое было? У них... что в пятом, что в шестом Dead or Alive, там есть такая фишка, типа, что ты дерешься, у арены обо что-то ударяешься, тут какая-то, не знаю, что, допустим, там обваливается что-то, там еще какая-то фишка, типа, что ломается что-то такое, и... Uh-huh. Это так напомнило Dead or Alive, типа, ну, да, да. Фишечку содрали, думаю, ну пипец. Уже не Tekken, а смесь этих разных. А еще вот это вот, когда показывают арену, там, где вот это, типа, Колизея, мне это так почему-то напоминает по изображению Street Fighter. Ну, пипец. Ну, не Tekken, а уже... А бы что? Так они, наверное, и хотят перетянуть с других платформ. Для чего же они с Street Fighter'ов этих всех дебильных бойцов понабирали? Поэтому, блин... Печаль. Я, вот я почему-то, не знаю, все больше и больше, когда показываю сейчас роликов, я больше этот уверен, что Tekken, ну, мне не зайдет, наверное, в этот восьмой. Да зайдет особенно... оно. Это все дело привычки, но просто ожидания было больше, я вот так вот хочу сказать. Ты вот знаешь, что мне как это, я думаю, Максиму говорил, что мне самое больше бесит последнего удалишь. Вот этот, знаешь, вот как бы в каждом Tekken есть вот этот, типа, перед боем, там, get ready to the next battle. А, ну вот этот голосом этим конченым. Вот этот бесучий, вот этот.
Я, короче, что хочу сказать. Последний же ролик ты видел с этим, с человеком по носам? А, Ларсом, ну. Вот если они всех изменили и сделали более так другими интересными персонажами, то заметь, они с ним ни хера не сделали вообще практически. У него тот же полностью геймплей, те же удары, все один к одному. Не, просто по сути, как вот, я так понял, что фишка будет этого Текина, типа что этот, на атаку, то есть... Чтоб не сидели, допустим, кто там есть в защите, на контратаку действует, а полностью, то есть, на атаку идет. Каждого будет переделывать. То есть, если, допустим, сам по себе сладенький, он же такой более защитный персонаж, от контратаки действует, то есть, его будут переделывать, я так понял. Еще, походу, Анку будет переделывать, потому что Анка, она, по сути, не сильно атакующая. То есть, короче, хрень. А в чем смысл от атаки, я что-то не понял. А я так понял, что полностью систему перерабатывает. То есть со всякими, там, с этими плюшками, какой-то вот этот вот режим отваги, или как он там, не помню, этот режим называется. Я то понял есть... только одно, я вот посмотрел, говорю, что этот Mortal Kombat, что вот эти все рейджи, это типа сделаны под Mortal Kombat, вот эти вот их там, эти бруталити, фаталити. То есть просто, чтобы тоже так картинкой разбавить вот эти вот удары. Это могу сказать одним словом, как в том всем ролике. Ведь все многие жаловались, что добавили Акуму и там это. И кого этот еще с магических персонажей. Говорит, ну мы, говорит, услышали всех. Теперь все магические персонажи этот. Да. Так вот оно и есть. Миш, как у тебя с этим? Связь с предпоследним. Нет, у меня с Вадимом нету, у меня с последним, ну, как. Ну, короче, тогда тебе отдаем всех крутых. Раз, поставь мне этого нос OGP. Хорошо. Последний раз он мне напихал. Так подожди, а тут второй, который ты говоришь, это, с которым связи нету. Я только, ну, с одним нету связи. Миш. Да, только вот с Вадимом получается. А, ну все, значит, ему Вадима не стать. Себе Вадима забираем, нет. Тебе уже поздно. Ну, правда... ну, а, да, не Вадима забрал. Ну ладно. Настраиваемся. Девушка, тише, заяц. Нет, а что за нос у ГПЛ? Кем он играет? Анка играет. Я вообще не знаю. Он где, в последних турнирах был? Был. Он еще очень-очень давно у нас был. Сейчас только, может, вот пока тебя не было, он эти пару турниров был. Но, говорю, он Анка играл. То есть, мы его попадался там часто. Я что-то, значит, он как-то впечатление не помню. А, да, что-то помню. Такой ник знакомый, но что к чему. Даже вроде бы, я помню, первые вообще наш. Бля, я хотел Анку, а не Пола. Ну, наслаждайтесь. Ага, вот ты как решил. Так, понял я тебя. Ребушка. Угу.
Ага, после против этого надо прыжок делать. Бутербродики вкусные напекли. Сейчас покушаем. Помогает ли? Вкусня. Ах ты ж. Нормально. Нет, ты хорошо играешь. Ай, бля. Херня. Глеб, сделай тише. Да, у нас у всех желтое с ним. Слушай, Женька, я его не помню. Вспомнишь сейчас, может, твой, когда, мне кажется, Анку сейчас стопудово возьмет. Ну, если возьмет Анку, может, вспомню. Зайчик, смотри, сейчас упадешь. Нифига Пола. А как он играет? От атаки? Да. Первые два боя у меня он атаковал, потом, когда видел, что я его перебиваю, он не лезет. Mm-hmm. Такие, конечно, интересные моменты. Там две француженки, тут два Пола. Вот синхронно. У тебя Пол, у меня Пол тоже 1900 побед. Чего только удавал. У тебя там три только, это все нормально. Ну так себе Пол, если честно. Но он меня побьет, конечно. Не, ну смысл таков, он меня перекинул на другую сторону, и это. Хорошо. Понял. Ага, Нинку знает, хорошо, молодец, умничка, дочка. И он, и я Rage Drive нажали одновременно. А, вот ты как, решил со мной играть.
Блять, я забыл пройти чикен. Так что он перехватывает? Да. Короче, он меня намудохал на... вообще красиво. Он меня этим чикеном затрахал. Тот, который этот мундох этот играет с, ой, с Мишей, тоже вроде знакомый ник. Но он полом вроде круче играет. Он вообще просто разводит. Парабеллум? Парабеллум таким год, ты шо? Ты, его пола практически никто не побеждает. По-моему, он даже нашим братьям Яном напихивал. Ты рано как бы сказал, я уже взял и там собирался. Не, я думал, вы знаете, что Парабеллум — это вот один из самых крутых этих полов вообще. Блин. А я теперь, короче, потрусил. Теперь я поплыл из-за твоих информаций. Ну да. Как мне вкусно, вы бы знали. Знакомый, что это Анка? Не могу вспомнить, откуда знаю. Как-то самая выделяющаяся деталь на рисунке. Прямо в глаза смотрит. В душу, в душу. Да-да. Нет, смотри, как Мигель смотрит на этот, на вот этот уровень. Он именно в душу смотрит, да. И вот совпадает все. Блин, что-то я закушался. Надо драться, а я не хочу. Как ты говоришь, если чикен, то тоже что и ты должен, да, использовать? Ну там это нажимать на этот захват, который совпадает с той рукой. С той рукой или с той ногой, которую вот я перехватываю. Ну сейчас бой сыграем, я тебе объясню всю ситуацию. Ой, перехватил прикольно. Прикольно перехватил. Мы еще попадим. Вот подлюка ты. Все равно не переживай. А вдруг? Не будет же обидно. Готов, мы да, парнизу как бы готов. Ах ты, ну блядь, разводила ты. Я же говорю. Вот что-то я так перепугался, что мне не пойдет, и поэтому я не сделал камбуху. Ты же помнишь, Миша, про козла? Кто победит? Козел. Я готов. Ай, я думал, Лара еще вести по приколу.
Ладно. Ого. Ого. Что-то я, блядь, потерялся. С бутербродом во рту. Все, good game, классно. Я хоть бутики даем. Или я еще играю? Не, я еще не играю. Молодец. А что я хер не делаю? Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Спасибо. Ну что ж ты так подводишь? Ай-яй-яй. Было хорошо. Ты побил чемпиона, ты гордишься этим? Почему ты этот не попадался на бочечину? Так нечестно. Видите, пора белым даже этого сделать. Даже интересно посмотреть, с каким счетом. Но другой интересно этот. Вот почему он Анку перестал брать? Он же Анки так прикольно играет. Mm. Кстати, пора белым это точно он у нас с самого первого стрима был. Слушай, пора белым, он же такой у него пол, этот черный костюм с таким огнем красным. И быстро полом дерется. Да, он, полом, да, очень активно. Нет, я не помню, если честно, Жень. Я помню, костюм не менял, но помню, вот кого-то это, наверное, вот про него, что у него пол такой шустрый, что не успеваешь даже это подумать. Да-да-да, там все, там, если ты попал, уже все, у тебя жопа. Бля, как попался так. Слушай, не блокируется этот? Блокируется. Нижняя вот эта вот эти ее пилы. Пила, да. Блокируется, все блокируется. Да, я, да. Я приседал. Они, во-первых, не то что блокируются, они еще и перебиваются специально круто. То есть они очень медленные. Тоже пилами. Лес, а? У него да, далеко эта нога бьет. Цена у стенки крутить вот эти вот свои ноги, которые да, прокручиваются. Да. Мирочка, зайка, идите играйте туда.
Он поляк, оказывается. Парабеллум. А что написаешь? Что ты говоришь? А что ты взял, я говорю? Ну, вот это вот слово. Это ж польское. А, все понял. Вкуснятина. Мне понравилось очень. Не, вообще вкусно. Так, малые, не нойте. Господи, сумасшедший дом. Вот обязательно, вот только уйду в самую дальнюю комнату, сесть в приставки поиграть, все здесь. Угу. Ну, вдруг папе скучно. Но... Ну, да. Так самый прикол, сейчас вот малой сел, знаешь, такой есть большой этот гимнастический шар надувной. Поставил ее ровно перед телеком, сел и прыгает так, чтобы я телек не видел. У меня так чужой кот белый, когда я так... Залазит на Соньку прям. Тебе надо после подножки какую-то нормальную камбуху придумать. Видишь, Женька, смотри, он приседает и это. Что там? Ну да, прикольно, он же присаживается после этого. Все не заберет, поэтому будет нижний удар. Прикольно, прикольно. Это было круто, согласен. Теперь еще один пол остался, в принципе, и все. Ну, следующий пол, да, он непроходимый. Тот пол будет хвост и гриву. Даже глянь, даже этот парабеллум.
Вот, Евгений, вас в понедельник поздравлять можно? Или когда? Подожди. Какие, да, какой сегодня день? А? Понедельник. Так забирай свой планшет у меня. И вот этих вот желательно животных. Угу. Да. Блять, да ну нахер. Это уже интересней. То есть у нас смурф вырисовался. Рейдж, включай, пока влетит. Надо было, когда комбу делал, надо было рейдж Прикольно, прикольно. Интрига. Ну, блять, это прикольно. Вот это плюсик. Лайк и подписка. Это достойно было. Евген, ты где? Я тут. Ты смотришь я за тут... этим? Ну. Я прям как за футболом слежу. Тут надо место было 95.01, это писать Вадим Смурф. И зачем? Раунд
Когда он брал эту Lucky Hole? Но. Дальше бы Алисы ковырял бы. Ну да. Видно, что он Алису не знает просто. Ну хотя Алиса это стандартный же. Не баков выкупных. Да, дал ты ему победу. Так, поехали в следующий, третий. Ну, это было интересно все равно. Да, да, интересно было посмотреть. Угадайте, кто в сети? Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Нет, не Стив. Да. Все равно не придет. Я сейчас приду. Пойду попью. Че, он зайдет к нам, интересно? Наверное, нет. Так, что с последним делать, смотрите, за один? Наверное, я кикну его, да? Ну, у меня желтенькие... Да давайте, нафига нам столько желтых? Ну да, ну... О, появился... А... У меня с твоей маской нет, то есть... Не, я помню. Миша, а есть у тебя связь с этим Тунланг? Ну, он есть, но... Да, есть, есть. Какой-то ответ у тебя так странный. Да, Алиса у тебя нормально против него получалось. Не, просто я лишь смотрю, там как раз у меня два финальных желтых, а он, в принципе, даже на зеленый против. Так, с кем у тебя связи? С кем у тебя, Вадим, связи нету? Со мной нету. Ладно, поехали тогда. А не, куда подожди, стоять? Кто-то стоять. Убежал. Кто-то сбежал от нас.
Так, ну давай Гектора я могу удалить. А Дэд это наш. Кстати, я смотрю, у меня с Мишей тоже чуть-чуть ниже связь. Да, все, Миша виноват. Да, да. Согласен. Все, поехали. Так, кому кого? Да, без разницы. Doesn't matter, как говорят. В нашей глубинке на Западной Украине. Как это, не помню, с, есть видео с бомжом, мем это как. Да мне похуй. Совсем похуй. Так и тут. Кого ставить? Так, ну я уже поздно. Ты пока написал сообщение, появилось, пока я уже запустил. А ты этот раз не успел дописать? Стрим YouTube? А, да, я не написал. Да, ну, бля, да. Я должен отомстить за свои бутерброды. Кто тебе их использовал? Вадим мне не дал доесть. И побил меня. Какой-то злой человек. Я так бой. Сейчас с зайкой буду драться. Зафина. Окей. Вот это было прикольно. Это было прикольно. Что-то я поплыл. Ага. Окей, поехали далее. Что-то я поплыл, а? Молодец, вообще классно вытащил. То есть, вернее, классно накидал мне. Классно. А мы услышали. Услышали твою отмазку. Не-не-не, я не о том, блядь. С языка слетело. Накидал, да. Да я просто под впечатлением от парабеллума. Катя от коллектива отбиваюсь, да?
Welcome to the King Nina Williams. Нет, не всегда. В этом вся и фишка, понимаешь? Я этим захватом задалбливаю, а когда это, когда уже люди понимают, что захват, присаживаются или начинают делать удар, я потом другие удары провожу. Ну, то есть это специальная замануха такая, пока кто не поймет, что это захват будет. Мистер с Банни играл. Я. Че такой ужас, у меня 100% проигрыш. Че там прям сильное, че-то, да? Нет. Нет. Сейчас вообще вылетело. Кем же он играл? Это я слабый. А, Зафина, он Зафина, любит пони за этот. Ну час. Вот я как раз Зафина еще не знаю, я понимаю, да, видимо. Как же я попался на эту хуйту? Да, блять. Надо назад жать, все. Понял. Все, понятно. Блять. Вообще это за сильно меня так разносит, не зря я думаю, что просто вообще не понимаю. Как-то мне ее играть. А я что-то не помню эту Зафиру, но что-то мне кажется такой ник знакомый. Прикольно. Да блять, как так? Это с кем-то там Макдональд Wi-Fi. А, ну я решил поддержать беседу. Так. О, будь осторожен, то это читер может какой-то. Следи за собой.
Осторожно. Двери закрываются, наступная станция. Давно ты в транспорте не ездил? Двери зачиняются. А, зачиняются, господи. Да. У меня зачиняются сигналки двери. Блин, у меня прошлый аккаунт был, назывался Генвет. А он был на почту этого космоса зарегистрирован. Я до сих пор не могу попасть в свой старый аккаунт. Поэтому пришлось добавить в этот новый ник этот буковку В наконец. Сколько, где около 10 тысяч у меня боев? Ой, какой видный рандом, конечно, это капец. Ого, рано начал. Что человек понос меня. Надо делать две руки после этой хуйни. Не проходит у меня. Вот это прикольно было. Даже напишу good game декоэту. Не пиши полностью. Г после следующего боя тоже Г, да? Нафига брать поносы, когда вот играть не умеешь? У него ж нормальный этот, как его, блядь, этот, Ниган. У него Ниган лучше всего вообще персонаж. Это у кого? Ну, Декоид, это ж Декоид был. А что он по-английски с нами общается? Откуда я знаю? Я думаю, он других пугает, понял? Чтоб другие поняли. Это вот Тараса теории заговоров. Нет, на самом деле так и есть, но. Масон. Тарас масон. Новый ник, походу, будет. Красиво подлавливают. Странно, Мишка, что... Ай, блядь, что я делал? Беда, беда. Нахер я нечаянно рейдж нажал. Чего ты говоришь? Странно, Мишка, что у твоего персонажа нету этих прихватывающих этих ерунды.
Ну да. Дофига персонажей есть, а вот почему трое тут совсем. Надо две руки а делать, короче, свои... после его этой херни. Ну. Не, просто наоборот, у меня вот руку не мится, у него не перехватывающая, ага, она просто всё, теперь я исчезает понял. И сверху удар наносит. То есть, как бы, по сути, тоже, можно сказать, не совсем этот перехватывающий. Ну вот у Анки есть такая фишка, как бы объяснить такое, я бы назвал это антизахват. То есть, если вовремя нажать кнопку, вот, когда ты делаешь захват, я могу, типа, перехватить и делать свой захват. Контрзахват даже, да? Ну да, вот я бы так, да, назвал. Но, блин, это настолько сложно, это надо знать, что вот сейчас вот будет 100% захват. Это я просто как-то дрался в бою. Ну, как бы, знаешь, это же персонаж, ты же знаешь все захваты. Дрался в бою, раз, какой-то захват у меня странный, который вообще нигде мне не отображен нету. Стал искать, а потом выяснил, что типа это контрзахват был. Прикольно. Запомнил. Все, на тебе за мои бутерброды, за мои страдания. А кем этот играет? А, Лавом. А что там, Женька, с ним не так? Честно, как-то его легко вообще прошел. 3-0. Ну давай. Ну, лавы почему-то, они все попадаются на мою ладонь, вот эту вот отбивную. Честно, вот я говорю, если брать за эталон, допустим, того же Сибату, то этот совсем простенький. Сейчас посмотрим. Если... Не, оно бывает, понимаешь, оно бывает, все, ты настроишься, вот я настраиваюсь тупо наказывать его ладонью постоянно. Блять, а он другую херню вертит, понимаешь? И бывает так, что даже первому дану какому-то можешь слить, просто потому что ты настроился совсем по-другому с ним драться. Ну, допустим, даже по Сибате говорит. Сибата любил хитрить, понизу подсечки делать. Да, Сибат он вообще хитро играл. Это вот сколько мы с ним дрались, вот от него не было сделаю. Подсечки никакой нижней. То есть он в основном все поверху работал. То есть я не был в моментах, что мне было, конечно, страшно, что я могу получить. Даже помнишь, у Сибата была такая. Не помню тройка, как это, не пишу, как что, типа делай тройку, думаешь, сейчас все, у него пауза, а он раз, резко у него там 2 удара. Да. Вот этот не делает. То есть я вот смотрю тройку, сейчас буду, думаю, сейчас эти 2 удара будут? Не, ни хрена. Нет, не делал. 3000 боев, глянь. Давай посмотрим, что за он. Начнем со стандартных, с классики. Посмотрим, как он первый бой будет держаться. А потом орал и анал. Да, а потом все остальное. БДСМ. Ну глянь, активный. Ой, ну иди ко мне, мой зайчик. Блять, он мне нижнюю ногу не дает ставить. Ай, сука, попался я, короче. Я думал, он удар сделает, и я его подловлю как раз на ногу по расстоянию. И нихера. Но он попался. Чуть-чуть снесло. Дацел. Нет, так DC-комбовую херню еще делает. Он сейчас меня его не сажать будет. Нижняя потечка, последняя. Вот это то, что я запомнил. Из DC-комбухи. Ну простить, ладно, начнем. Пора начинать уже, блять. Мне раз одну страну напоминаешь, которая говорит, все, красная линия пересечена. Сейчас мы покажем. Я уже про красную линию слышал.
Так и вот так. Ладно, дайте мне 5 сек, сейчас я. Так, он мои, значит, теперь без захвата работаем. На тебе. Я же говорю, пацаны, дайте мне обмыкнуться. Шо вы сразу на меня насели? И будет турнир. Поздравляю. Да я уже после вот второго боя понял, что все, я уже все фишки его знаю. Он же сгрянил, он повелся... Я знаю все его трещинки. Нет, так он тоже, что он долго велся на того, что у меня после тройки захват, а после того, как он стал это присаживаться, я его стал ногой подбивать постоянно. Но почему? Потому. Так, ну не могу же я своего братика бить, правильно? Какой будешь костюм выбирать? А я уже выбрал, красненький. Какой? Ну я тоже красненький возьму. Давай. Как будто у нас эти недели. Вы красные кавалеристы и теперь. И про нас, да. А, бля, нахрена? Ай, блядь, я ж помню, что потом надо сплестать. Ай, паскудина, ну гад. Ух ты. Что такое, братик? Не, просто вот перебивочный мой удар был. Ах ты. Ну, блядь. Тройка эта грёбаная, она меня бесит. Последний, последний. Чего? Я же сейчас чики начну делать. Дурилка народная. Угу.
Блять, почему я постоянно попадаюсь на эту хуйню, а? Блять, все, я больше не играю. Ладно, все, пацаны, давайте тогда. До четверга. Вот он, чемпион. Раз так расстроился, что сразу микрофон отключил.